Нефтехимия, древесина, продукты, технологии. Предприятия Тюменской области, поставляющие все это за границу, поборются в конкурсе «Лучший экспортер региона». В Департаменте инвестиционной политики начали прием заявок. Он продлится до 15 сентября. Самых активных наградят в 4 номинациях. Это малый и средний бизнес, хай-тек и прорыв года. Сегодня в Тюменской области 161 компания работает на экспорт. Их стало за год на 23 больше. Но общая выручка увеличилась почти наполовину, составив 2 миллиарда 940 миллионов американских долларов. В Тюменской области открывается новое производство. Это приводит к тому, что внутри региона реализовать ту продукцию, которая есть, ну и даже включая ближайшие регионы, уже становится достаточно сложно и проблематично. И в этом отношении экспорт – это возможность осуществлять поставки за пределы региона, где спрос потенциально может быть гораздо более высок.